Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артём, и мама. Привет. Давай. И сейчас мы будем выполнять пол это лава челлендж. И я должен дойти до родительской спальни, не прикасаясь пола. Ведь пол это лава. Как только баба скажет, пол это лава, значит челлендж начинается. Пол это лава. А ковер считается? Ну, ковер же не пол. Фу, слава богу. Полоска считается? Какая? Вон та. Ну, это же пол. Ну вот черт. Ну хорошо. Пускай вот эта металлическая полоска не будет считаться. Хорошо. Если это идея. Ты сейчас там банку сломаешь. Можно? Руками? Да. По полу? Ну, пол же это лава. Черт. И ты тогда сожжешь руки. Ну да. Опа. Можно? Этот чемодан сломается, если на него встать. Как ты предлагаешься отсюда пробраться? Не знаю, думай сам. Это же твой челлендж. О, есть идея. Крепко же, это не лава. Вот отталкиваться от простых. Вот так, передвигаться. А еще можно взять какой-нибудь предмет, на котором ты уже стоял. И перекинуть его туда. Я пытался так сделать. Нет, имеется в виду, что вот, ну, ты уже далеко от этого предмета ушел. Можно было взять рюкзак или еще что-нибудь. Ну, в принципе, у тебя и так получается. Разве ковер это лава? А? Ковер же это не пол. На ковер же можно вставать. О! Ну что, ты выполнил свой челлендж? Нет, надо еще добавить до коника. А можно делать еще вот так. Спасибо. А потом берешь кепку и кидаешь ее. Дальше. Или сделать вот так. Или сделать вот так. Паркур! Все! Yes! Теперь твоя очередь.